Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать вам о наших партнерах, магазинах, пекарнях, ресторанах и кафе, где есть наша продукция или продукция из нашей продукции. И сегодня мы задали пару вопросов ребятам из пекарни «Наше все», которая находится в коттеджном поселке Суханово. И ребята прислали нам видеоответы. Смотрим! Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Вот, мы выбираем компанию «Черный хлеб», который занимается зерном, потому что все-таки это, мне кажется, единственный поставщик, который дает качество и хорошую цену на этот замечательный продукт. Рожь, пшеница и овес. Овес частично, скорее всего, ячмень в максимальном количестве. И не голозерные, а именно пленчатые, потому что все-таки вся оболочка зерна, она очень важна для нас, и потребитель это очень хорошо знает. Поэтому мы используем максимально и запаску пшеничную, и подмешиваем в замесы к пшеничным хлебам абсолютно. И бывает даже вожжаные хлеба мы даем чисто шелуху ячменя. И это очень, прям очень полезно. А так, по факту, свежесмолотая мука, которая добавляется в закваску. Ну, мы на ней так работаем. У нас всего два вида закваски. Это пшеничная и ржаная. И она прям разбраживается непосредственно перед замесом на цельный зерновой свежесмолотый. Вот на этой маленькой мельнице муки. Да, это очень круто, на самом деле, и очень просто.